Сегодня в России отмечают День защиты детей. Накануне праздника глава республики Артур Парфенчиков и министр социальной защиты Ольга Соколова поздравили с новосельем многодетную семью из Петрозаводска. Супруги Мачула с тройняшками благодаря господдержке получили новую просторную квартиру. Два мальчика, Виталий и Владимир, и девочка София, родились в июле 2021 года. После рождения тройняшек семья Андрея и Натальи Мачула сразу попала в категорию нуждающихся в жилье. При поддержке государства родители купили квартиру. Часть средств получили благодаря единовременной выплате на приобретение или строительство жилого помещения. Сумма свидетельства составила более 6 миллионов рублей. Здесь получается 123 квадрата – это жилая зона, и плюс еще отапливаемый третий этаж. Как-то сложно было нам подобрать такой вариант, чтобы и поближе к детскому саду, и побольше. Вот. То есть мы нажились уже в многоэтажке, то есть уже хоть хотелось какое-то свое отдельное. Вот. То есть для семьи с тройняшками, конечно, нужна инфраструктура рядом. Сюда супруги с детьми переехали 2 недели назад, сейчас осваиваются в новом доме. Напомним, уникальная мера поддержки для семей, в которых родились трое или более детей, действует в Карелии с 2019 года. Такая реальная, мне кажется, мера поддержки для тех семей, у которых случилось такое вот большое событие – рождение троих детей одновременно. Правом на получение единовременной выплаты уже воспользовались 8 семей из Беломорска, Пудожа, Костомукши и Петрозаводска.